145 лошадиных сил, стильный спортивный внешний вид, разгон за 9,5 секунды до 100 км в час. Так ли это? Давайте проверим. Ром, как эмоции? Нормально. Идет хорошо. Лада Веста Спорт – это автомобиль, который собран с применением гоночных технологий и адаптирован под поездки по городу и шоссе. Это модель, где полностью перенастроили шасси и мотор мощностью до 145 лошадиных сил. Кроме этого, Лада Веста Спорт обладает яркой, стильной внешностью и имеет 205 оригинальных деталей, которые опробованы на соревнованиях российского и международного уровней. Идет хорошо, прям спорт, то есть вот все чувствуют. Я думал, вот пару раз там зацеплю покрышечку. Не, нормально. Вписался. Вообще классно. Если нужна тачка, Лада Веста Спорт. Ну, в общем, классно. Машина едет, едет тихо, едет мягко и довольно послушно. Я, конечно, не гонщик ни разу, но здесь я так чуть-чуть себя им почувствовал. Я думаю, что если вы любите спорт, если вы любите чувствовать автомобиль, что называется, на трассе, то надо брать. Новая Lada Vesta Sport обладает форсированным мотором Lada объемом 1,8 литров. Как отметили участники заезда, автомобиль уверенно замедляется на высокой скорости и имеет специальные настройки шасси – азарт, информативность и комфорт. А также в автомобиле срабатывает моментальная реакции на поворот руля, что уменьшает на скорости наклон кузова. У меня самого Lada Vesta, я владею буквально 2 месяца. Сейчас я первый раз покатался на Lada Vesta Sport. Это очень хорошая машина. У нее хорошая управляемость, хорошо она ходит повороты, хорошие тормоза. И в целом, я думаю, ее стоит брать. Кроме этого, Lada Vesta Sport объединяет спорт и комфорт. Передние сиденья сделаны для удобства при поездке на большой скорости. Впервые на Lada функция подсветки поворотов, что очень удобно в темное время суток. Машина едет отлично. Меня все устраивает. Презентация нового автомобиля, которую провели официальные дилеры Lada в Чувашии, Диалавто и Чебоксары Lada, прошла на отлично, отметили гости и участники тест-драйва. Осталось лишь дождаться официальной цены на новый автомобиль.